Hola, hola. Hola a todos. Chicos, hoy vamos a tomar un paseo. Bueno, en invierno normalmente suelen patinar en el hielo. ¿Patinar? Pero mejor les voy a dejar que mi esposa le explique. Сегодня мы пойдем кататься на коньках. Я думаю, что у вас этого нет, как мне сказал Хуан Карлос. Пойдемте посмотрим. Пойдем посмотрим. Bueno, y así comienza este nuevo video. Estamos yendo a la pista de patinaje, donde muchas personas vienen a liberar el estrés y a poder demostrar sus habilidades en el hielo. Además, este deporte no discrimina edad y sexo. Muchas personas lo realizan, inclusive cuando las temperaturas puedan llegar hasta menos 32 grados. Встретила очень замечательную пару на катке. И очень хочется, чтобы вы увидели, да, российские пары наши. Ирина, скажите, пожалуйста, мы записываем ролики для Латинской Америки в основном, да, для испаноговорящих. Скажите, до этого вы что-нибудь слышали про Латинскую Америку? Нет. Вообще? Нет. Не знаете даже, какие страны? Нет, Латинская, вот именно. Я впервые слышу. Хорошо, тогда Перу, знаете? Да. Слышали, да, про такую страну? Вот мой муж из Перу приехал сюда, в Россию, жить сейчас. Бразилия, слышали? Да. Вот. Собственно, Чили. Вот это все страны Латинской Америки. Знаете? О, Чикас де Перу. Здесь очень много интересного в России. Ну, конечно, хотелось бы в другие страны полетать, посмотреть, но от России не уедешь. Как-то так. Estamos caminando en el parque con mi esposo. Дальше я буду говорить по-русски. Мы только что были на катке, катались на коньках. Точнее, я каталась. Хуан Карлос не захотел, я его не уговорила. Надеюсь, в следующий раз уговорю, мы вам покажем. И мы решили показать вам, чем же люди занимаются в свободное время в зимний период. Да, то есть мы продолжаем кататься, ой, мы не продолжаем, мы катаемся на коньках. И также люди продолжают гулять на улице, несмотря на минусовую температуру. То есть сегодня достаточно тепло на самом деле. Сегодня даже плюс 1 градус. Не совсем, кстати, типичная погода для этого месяца. Нам очень повезло. Вы можете заметить, что все, весь наш прекрасный снег уже тает. Это печально, потому что когда идет свеженький снежочек, это очень красиво. И в парке есть люди, их не так много, естественно, как летом. Летом здесь полно народу, но и зимой люди продолжают гулять, особенно когда выпадает свежий снежок. И можно даже найти людей в минус 25 градусов, особенно детей. У детей отменяют учебу в школе, и они все бегут гулять. Отменяют учебу из-за того, что холодно. Вот, это очень забавный факт. Вот, поэтому мы решили с Хуаном Карлосом пойти погулять и показать вам, как это все происходит. И когда становится прохладно, то мы, как правило, идем, покупаем какой-нибудь горячий напиток, кофе или чай. И это дает нам еще больше времени до прогулок. Мы немножечко можем согреться. Практически в каждом парке есть такое место, где можно приобрести горячий напиток. Вот мы туда идем. Ну что, время согреться? Индустрия кофе достаточно популярна в России. На каждом шагу можно найти кофейню, кофе просто с собой, либо можно посидеть, попить кофе. Да, на самом деле сейчас это стало более популярно, чем даже 10 лет назад. Даже, может, меньше.
Вот, и практически, ну, как я уже говорила, в каждом парке. Наверное, не практически, а в каждом парке есть обязательно места, где продают горячие напитки. Холодных напитков зимой сложнее найти холодные напитки. Кстати, интересный факт, потому что мой муж, вне зависимости от погоды, он любит пить холодные напитки. Но, видимо, он привык, его тело привыкло к таким напиткам. Напиткам. Вот, поэтому иногда это составляет трудность зимой для него что-то найти. За моей спиной находится река, река Урал. Сейчас не видно, что за ней, там туман из-за погоды. На самом деле за рекой находится фабрика ММК, крупнейшая фабрика в России. Находится в нашем маленьком городе. Вот, но сейчас не видно. И такой видок у нас... немножечко грустный, я бы даже сказала, туман, нету солнышка, и мы с мужем заметили, что в такую погоду наше настроение меняется. Как я уже сказала, да, мы стали замечать, что наше настроение меняется, меняется самоощущение и появляется некая усталость даже. И когда мы начали об этом говорить, обсуждать это с нашими друзьями, то заметили, что у них происходит это так же. Поэтому мы подумали, что, возможно, это из-за погоды, из-за того, что нету солнышка, все-таки зимой не хватает не то количество витаминов мы можем получать, и поэтому настроение и в целом состояние может немножечко ухудшаться. Но это, конечно, сугубо мое мнение, возможно, это не совсем так, но я думаю, что все-таки в этом есть какая-то правда. И чтобы себе как-то помочь, желательно выбираться все-таки на улицу, больше привносить в свой рацион каких-то овощей, фруктов, витаминов, да. Вот, почему я это говорю? Чтобы если вдруг кто-то из вас, людей, живущих в жарких странах, где постоянное солнышко или, по крайней мере, его очень много, много свежих продуктов переедет в Россию, чтобы вы имели в виду, что здесь есть такая особенность, нужно быть к этому готовым, потому что я заметила это и по своему мужу. Раньше, ну, я у него спрашиваю, что такое с тобой, он говорит, я не могу объяснить. Я говорю, раньше у тебя так было, ты себя, ну, так чувствовал, когда ты жил в Перу. Он говорил, что практически нет, что такого практически не было, и что, скорее всего, на него давят вот именно эти какие-то погодные условия, что ли, нехватка, как я уже сказала, витаминов. Вот, поэтому имейте в виду, да, это время очень красивое, бывает зимой невероятно красивые дни, когда падает свежий снежочек, на улице тепло или даже морозно, но при этом вполне комфортно, есть масса развлечений зимних, я думаю, что мы в других видео покажем еще больше то, чем можно заняться зимой. Потому что сейчас еще снега все равно не так много, он периодически тает. Вот. Ну, как-то так. Y bueno, creo que mi esposa explicó un poco del invierno, ¿no? Pero también quiero compartir algo desde mi opinión personal. Nunca he sentido tanto estrés, tanta tristeza o un sentimiento tan negativo a través del invierno. En Perú nunca había sentido esto, pero aquí, cuando llega el invierno, wow. Es como una energía negativa que cubre tu felicidad, ¿no? Porque comienza a anochecer temprano, a las 5 o 6 de la tarde, ya es de noche, aclarece el día a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Y creo yo que el mayor tiempo del día es oscuro, y eso como que te genera un poco una energía negativa, como que quieres dormir todo el día, no quieres hacer absolutamente nada, y eso es lo que estoy experimentando aquí. Anteriormente había escuchado que a veces los rusos son un poco serios, en fríos, porque mayor tiempo de la estación del año es invierno, y ahora que estoy viviendo, estoy sintiendo estos sentimientos, efecto del invierno, puedo decir de que sí, realmente
es justificable porque a veces ellos son tan serios. Inclusive yo cuando voy a la tienda a veces voy serio, ¿no? En este momento nos estamos dirigiendo a casa porque vamos a tomar un delicioso sauna. Bueno chicos, y otra de las formas como se divierten los rusos es en el sauna. Está un poco nublado aquí, pero espero que puedan más o menos ver lo que estamos haciendo en este momento, tomando un poco de descanso. Y le va a dar un poco más detalles mi esposa. Оля, после прогулки холодной зимой очень классно ее завершить ванной, сауной, где можно отогреться и потом прийти домой и уснуть как младенчик. Пошлите париться. Окей, vamos. Vamos. ¡Oh, su madre! Señores, este es el sauna. ¡Wow! No puedo grabar mucho tiempo porque no puede ser bueno para la cámara. Итак, мы попарились. Теперь идем на улицу. Моя тапочка. Thank you. I don't have тапочка. Так, после того, как ты попаришься, очень классно выйти на улицу. Сегодня, правда, как я уже говорила, не очень холодно, но даже в минус 20 градусов ты ощущаешь себя после бани комфортно, кайфово, классно. Правда, потом приходишь домой и просто вот так вырубаешься. Bueno, ya hemos mostrado un poco más o menos cómo a veces los rusos suelen pasar los días de invierno. Ahora pasamos a despedirnos porque ya nos estamos congelando. Muchas gracias por visualizar este video y espero que lo hayan visto, ¿ok? Chao, chao. Chao, chao a todos.